равняясь смирно, равнение на середину. Товарищ полковник, личный состав для торжественного собрания, посвященного Дню образования отдела и ритуалу вручения табельного огнестрельного оружия, построен. Заместитель начальника Новополоцкого УД, подполковник Шендин. Вольно. Новополоцкий городской отдел внутренних дел принимает пополнение. За плечами новоиспеченных офицеров Академия МВД и курс молодого бойца. Сегодня, уже приступив к несению службы в отделе, они в торжественной обстановке принимают поздравления от начальника городского отдела внутренних дел. И как результат, доверие к тем, кто стоит на страже безопасности своего государства, вручение табельного оружия. Вновь прибывшие в отдел сотрудники пополнили ряды участковых инспекторов милиции, подразделения по борьбе с экономической преступностью, отдела уголовного розыска. Вручили оружие, то есть это уже один из самых главных шагов как для сотрудника, так и в принципе для меня лично. То есть уже, скажем, шаг в взрослую жизнь сделан. Коллектив Новополоцкого ГУВД довольно сплоченный. Во-первых, хочу отметить то, что он довольно-таки молодой. И так как я сам человек молодой, очень легко найти общий язык с наставниками, со старшими своими коллегами. И они всегда помогут, подскажут в нужный момент. Профессию, признается лейтенант, выбирал по стопам отца, полковника милиции. Сегодня третий день службы в Новополоцком отделе. Вникнуть в тонкости дела помогают опытные наставники. Хочется отметить, что с каждым поколением Академия МВД выпускает новых офицеров, более подготовленных к сегодняшним условиям. Они являются более практически подготовленные. Свои умения, навыки и научное познание они продемонстрировали, еще проходя практику. И уже с этого момента зарекомендовали себя. Очень приятно, что многие сотрудники при наличии распределения пытаются попасть служить именно в Новополоцкие ГУВД. Сегодня таковых 5 молодых сотрудников, которые прибыли. Торжественное собрание по случаю 54-й годовщины образования отдела стало поводом и для присвоения очередных специальных званий. Сержант милиции Крышко для вручения очередного звания прибыл. Поздравляю, желаю всего самого наилучшего. Служу Республике Беларусь. Спасибо. В целом, смена достойная традиции, заложенных ветеранами, отмечает начальник городского отдела внутренних дел. Ведь благодаря им работа новополоцкой милиции не единожды признавалась лучшей в области и республике. Всех еще раз хочу поздравить с праздником, в особенности ветеранов, тех, кто стоял у истоков начала деятельности Новополоцкого ГУВД. С праздником, всего самого наилучшего. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.